Честно говоря, такого прям волнения, чтобы не было, как по сравнению даже с первым матчем, когда выходил. Не знаю, почему-то чувствовал себя нормально, уверенно. Ребята подходили, в принципе, говорили, что, брат, типа, ты все умеешь, все можешь, главное бороться, и все нормально будет, так что не особо переживал. Вы давно с Лешей говорили во всех интервью, что хотите сыграть вместе. Наконец-то мечта эта сбылась. Как брат отреагировал, когда узнали со стартовый состав? Ну как, положительно. Понимали, конечно, серьезность матча, безусловно. И, да, первый матч вместе. Хотелось выйти, показать, что мы вместе, у нас связи хорошие, налажены. Поэтому каждый должен делать свою работу, и тогда вот результат. Ты располагался ниже брата сегодня на поле. Насколько выполнил вообще установку тренера, насколько вам было привычно вдвоем играть? Да, обычная позиция для меня. Леша чуть выше, я чуть ниже. В принципе, считаю, что первые, конечно, минуты было тяжеловато. Что-то недопонимание было. Потом 10 минут прошло, начали ловить свою игру, кураж. Моменты стали появляться и забили свои 2 гола. И дотерпели до конца. Ну, не могу не спросить и про удаление, что было в том эпизоде, и что ты в раздевалке делал, насколько сильно переживал. Прежде всего хочу поблагодарить ребят, фанатов, что поддержали. Да, люблю, конечно, хлопот добавить команде, ну, что поделать. Ну, удаление, конечно, второй фол был, ну, не фол, а вторая желтая. Первый, не знаю, спорный, считаю, момент. Но, тем не менее, красная. Потом ушел, переоделся и начал стоять здесь возле поля и переживать, конечно, тяжело. И понимаю, как ребятам было тяжело. Так что спасибо им большое за это.